Я думаю, главное нам поймать и уйти. Уйти от медведя, поймать рыбу. Триста тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все-таки жить. День заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра, но пришла пора, и собрался в путь, ну и ладно, будь. Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра, но пришла пора, и собрался в путь. Ну и ладно, путь. Что-то главное вышло из моды, а мы согласно законам природы все вгрызаемся в мир, будто рыба пила. Остается лишь тонкая нам нить, как по-русски уже не упомнить, а по-английски стало быть. Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра, но пришла пора, и собрался в путь, ну и ладно, будь. Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра, но пришла пора, и собрался в путь, ну и ладно, будь. Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра, но пришла пора, собрался в путь, ну и ладно, будь. Это для меня очень близкое место, поэтому мне даже трудно быть необъективным. Я всегда сюда хотел попасть, так жалко, что очень долго здесь не был. Я не жалею, что я убеждал всех, что Камчатка — это одно из лучших мест не только для рыбалки, но и для путешествий. Я думаю, что здесь есть еще много что смотреть, и обязательно нас сюда судьба еще притащит. Самый лучший день заходил вчера.